прицепчик. Стиль, пробег 100 тысяч. Это единственная херня, к которым мы не имеем претензий за 100 тысяч. Вообще, просто таскается за мазами, все, не дает о себе знать вообще никак. 100 тысяч пробега, ну вообще ничего не делали, вот он стоит, красавчик. 100 тысяч пробега, без проблем, без ничего, нахуй. Ну, не считая вот эти все вещи, конечно, ну, да что тут сделаешь? В лесу-то заедешь, все разломается, нахуй. Вот оно, брызговички опять оборваны, все. Ресиверы, алюминиевые, на. Столько солей, все, побито, на. Погнуто, ну с прицепом вообще ничего, блядь, вот он, блядь, как есть, так есть, блядь, все, нахуй, вообще ничего, все целенько, блядь. Ну как целенько, я имею в виду, блядь, беспроблемно, Паша хуярит, березу, ну все, вот, 100 тысяч, в принципе, ну ничего тут, с прицепом все как обычно. Все как обычно. А, вот, ну это крылья все. Это Колян тоже ебнул, блядь. Знаем, блядь, все разъебашил, блядь, хуям нахуй. Брызговичок, который я, блядь, делал. Хуям разъебачен, нахуй. На, блядь. Ладно, блядь, нет, справимся. Палка, блядь. Выручалка, блядь. Копалка, блядь. У нас вот под лапу лежит херня, кладем, где мягко, и трос тут закреплен. Ну все тут тоже, 100 тысяч пробегов, прицепа, блядь, без геморроя, блядь. Тоже, если кому нужно 100 тысяч пробега, блядь, можете брать, блядь, смело, блядь. 100 тысяч пройдет, блядь. Дальше хуй его знает. Ну ладно, будем газовать.